Добрый день, меня зовут Анна. Сегодня мы с вами будем готовить греческий салат. Греческий салат – это безусловная классика не только балканской, но и мировой кухни. Его готовят повсеместно. Это поистине интернациональное блюдо, но вкуснее всего он получается там, где производят фету. Для того, чтобы совершить гастрономическое путешествие в Грецию, нам понадобится фетакса, которую также можно легко купить в любом магазине, как и помидоры, огурцы, болгарский перец или маслины. В Греции этот салат называется деревенским, и его отличает очень-очень крупная нарезка всех овощей. У нас же так не принято, поэтому овощи и фетаксу я буду нарезать примерно одинаково, традиционно небольшими кубиками и кусочками. Фетакса будет ориентиром. Вот такими кубиками я ее режу. Надо сказать, что она очень хорошо держит форму. Кубики не разваливаются и не слипаются, так что размер можно выбирать любой. Под стать им я нарезаю огурцы, перец и помидоры. И только красный лук режу тонкими полукольцами. В России для приготовления греческого салата часто используют салатные листья, которых нет в классическом рецепте. Делайте так, как вам больше нравится. Смешиваю все ингредиенты, добавляю крупные маслины. Делаю заправку из оливкового масла, уксуса, соли и перца и поливаю ей салат. Можно посыпать салат сушеным орегано, как это положено в Греции. С фетаксой творить легко.